Всем привет! В этом видео я покажу вам новую локацию мирового турне – Гавайи. На курорт вы можете попасть двумя способами – попросить друга или сокомандника пригласить вас, а также купить на определенное количество дней билеты. Билеты покупаются за определенное количество драгоценных камней. Приглашение будет действовать 6 часов. Билет же – то количество дней, на которое вы его приобрели. В данной локации присутствует два неигровых персонажа. Первый НПС – это молодой парень, что предлагает нам прыгнуть с парашюта. После нажатия кнопки «Пошутить» у вас запускается мини-игра. Внизу экрана у вас появляются две стрелки. Вы можете им управлять персонажем влево или вправо. Это понадобится вам для того, чтобы собирать монеты. Одна монета равна 6 радужным. Всего монет вы можете собрать 150. Прыгнуть с парашютом вы можете 2 раза в день. Получить радужные монеты вы также можете на специальной сцене для танцев. Как только вы подойдете достаточно близко к сцене, система автоматически предложит вам станцевать. Выберите свободное место и танцуйте с игроками. В минуту вы можете получить 50 радужных монет. Всего максимально в день вы можете получить 1200 радужных монет. Если вы устали или получили достаточное количество монет, вы можете просто уйти со сцены. И если вы хотите потанцевать с другом, позовите его через специальную кнопку внизу экрана. Для приглашения вам понадобится 1 билет. Сколько у вас билетов, вы можете посмотреть внизу экрана. Вторым неигровым персонажем является молодая девушка, что предложит вам модный магазин. В модном магазине вы можете выбрать новые наряды за купоны, драгоценные кристаллы и также золотые монеты. Также у данного НПС вы можете обменять новые радужные монеты на новые модные наряды. Данный магазин обновляется 1 раз в день в 5 часов утра по московскому времени. Также в данной локации вы можете поплавать вместе с друзьями. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. В данной локации присутствует охота за сокровищами. Она начинается в 21:00 и заканчивается в 21:40 по МСК. Что нужно делать? Погрузитесь в воду и собирайте сундуки Роджера.
есть два вида сундуков. Первый тип сундуков – роскошный сундук Роджера. Для его открытия понадобится 3 игрока. После открытия автоматически на вашу почту придет награда. Второй тип – таинственный сундук Роджера. С него мы можем получить 15 радужных монет. Далее я постараюсь собрать как можно больше сокровищ. Роджера, и теперь мы их откроем. С данного сундука мы можем получить обрывки нового подарочного кода, который есть у меня на канале. Также с данного сундука мы можем получить новые осколки новых эльфов, которые ранее были недоступны. Я получила 165 радужных монет и 3 новых подарочных кода. Охота за сокровищами идет полным ходом. Зови друзей и играйте вместе. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Приятной игры!